Ребята, я сижу в котле тунца, но я его не могу ловить. Потому что я одного из них вытащить не могу, блин. Это как железную дверь тянуть. А, у меня руки дрожат. Блин, что творится? Что творится? Укусите меня! Нет, не кусайте, я не хочу просыпаться. Смотрите, какая дылда здоровая. Вот как его тащить в лодку, а? Вот что с тобой делать теперь, зараза? Блин, какой ты роскошный. Как я устал с тобой уже заниматься катанием. Братан, давай ты сам в лодку запрыгнешь. Ой, ладно, сейчас будем как-то доставать этого крокодила.